говорите, ночью не хотите играть. Мертвые. Как дела, батя? С вами Егор из команды «Кричит Тимонова» и добро пожаловать на феерию тактической глупости из клуба «Партизан». В этом выпуске я покажу свои лучшие моменты и расскажу о том, что я делал правильно, а что нет. Задачи простые – отнести свой флаг как можно дальше к базе противника. Мы решили сперва работать по самому ближнему флангу, чтобы всегда иметь коридор для выхода на другую сторону. Второй выход. При попытке проникновения на вражескую территорию замечаю противника. Отступаю. В дальнейшем на том фланге их оказывается еще несколько человек, и после небольшой дуэли было принято решение дерзнуть и выйти. Вполне себе успешно. В добром сугубе выигрывает не тот, кто первым стреляет, а тот, кто первым попадает. Спасибо вторичке. Но даже супер успешные дерзкие проходы не спасают вас от поражения собственного игрока. Второй раунд, смена сторон, сценарий тот же, стратегия та же, берем ближний фланг. Суккуби – движение – это жизнь. Кто не двигается, тот умирает. Однако находчивость некоторых игроков меня прям-таки удивляет. Крутой оператор закатушей в качестве мобильного щита. Танго даун. Сразу после этого краем глаза замечаю, что в соседнем домике находится противник, и решаю с ним подуэлиться. По его движениям заметно, что опыт у него есть, и дуэлиться с ним довольно будет непросто. Как вы помните, движение — это жизнь. Иду дальше. И тут же успех в виде черного плохиша из того дома. А затем и моя смерть. Хито! 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 Мертвый! Мертвый! Оживаем и возвращаемся на прежнюю позицию, а затем продвигаемся несколько дальше. Не нравится сразу. Мы пускаем котика, и котик сразу умирает. Не нравится очень твоя позиция. А как умирать, как успешать? Теперь произошла не только смена сторон, но и смена команды, поскольку наблюдался сильный перевес. Первым свисток давался вражеской команде, а мы стартовали спустя 5 секунд. Давай, 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 грена будет, грена будет. Аут. 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 Из-за этой форы вражеский флаг оказался вплотную к нашей базе, а нас же самих ждал довольно жесткий шпили-вили.
Не буду мешать. Не будешь. В доме один. Работай. Грамм. В итоге весь раунд там и просидели. С новым же свистком и отсутствием форы ситуация изменилась уже в нашу пользу. Давай, родной. Один прошел. Минус один. Минус второй. Минус третий. Проходим. Слабоумие отвага в сочетании с трассерной насадкой и некоторым количеством опыта позволили мне сделать такой папа-проход. Однако выиграть раунд это все равно не позволило. Да и вообще, противник полностью над нами доминировал в тот день. Утешением же для меня стал еще один успешный проход под самый конец игрового дня. Свои, заходите! Заходи! Свои! Все, ребят, отсюда надо их удерживать, не давать им сюда зайти. Святой Иисус, ствол четкого оператора. Кажется, меня только что очень четко призвали на темную сторону и отправили в мертвяк. На этом у меня все. Это был последний геймплей в ушедшем уже 2016 году. Желаю вам счастья и добра, любви вас и от вас ваших близких. Спасибо тебе, зритель, что ты был с нами, и увидимся в поле. Ну, хорошо, побегали.